У рака хорошо развиты органы чувств. Глаза сидят на движных стебельках. Это позволяет раку смотреть во все стороны. Каждый глаз состоит из нескольких тысяч маленьких глазков, имеющих снаружи фасетки. Положение тела животного контролируется органами равновесия. Они находятся в основаниях коротких усиков. Это мешочки, в которых имеются чувствительные волоски и песчинки. Когда рак меняет положение тела, песчинки перемещаются и раздражают чувствительные волоски. Хорошо развито у раков обоняние. Запах пищи они чувствуют издалека. Органами обоняния являются короткие усики. Длинные усики – это органы осязания. Они помогают раку ориентироваться даже в темноте. Таким образом, органы чувств рака хорошо приспособлены к ночному образу жизни.